Остаются последние штрихи в работе, и в областном центре откроется еще один новый сквер. Правда, местные жители уже сейчас с удовольствием проводят здесь время. И свои ежедневные маршруты скорректировали так, чтобы они проходили через сквер. Перемены к лучшему, происходящие под окнами, не оставляют равнодушными никого. Сегодня наблюдал уже с балкона, вижу, что уже делают. Посеяли траву. Вот здесь, да? Да, оград посеяли. Вот я у вас, да. Да, и вот наискосочек еще дорожку. Молодцы, ребята, вот тогда все хорошо. Особое внимание к таким объектам объяснимо тем, что территорию выбрали сами горожане в рейтинговом голосовании по благоустройству в 2020 году. Приступили к работам в июне, а на сегодняшний день они выполнены на 99%. На реализацию проекта в рамках программы формирования комфортной городской среды было выделено 12 миллионов рублей. Комплекс работ включает укладку тротуарной плитки, газонов, установку малых архитектурных форм и озеленение. Когда работа подходит к завершению, важно устранить все недочеты. Что недоделано? Вон там, на выходе плитка. На выходе плитка. Да, плитка и озеленение. Озеленение. Здесь берючина, правильно понимаю? Да. Высажено. Так, дальше. Что еще сделали? Что у нас с ливневкой? Самая основная проблема этого места что? Ливневка сделана на 100% уже давно сделана. Тротуарная плитка, лавочки и освещение – это только вершина айсберга. Перед благоустройством была проделана большая работа по прокладке кабелей и приведению в порядок коммуникации. Замечаний много, строительный процесс еще не закончен. Однозначно хочется красоты и чистоты не только здесь, на этой территории, но и вокруг. Замечания я сделала по более пристальной работе с управляющими компаниями, по уборке территорий домов, которые прилегают к этому скверу. Однозначно будем работать с гаражами не только здесь. Много лет территория между домами была не просто неблагоустроенной, а проблемной. Добираться до школы приходилось по неосвещенному бездорожью. Кроме того, осваивая северную часть города, застройщики не придавали значения тому, что нарушаются естественные стоки. В результате этого вся дождевая и талая вода скапливалась в этом месте пустыря. А затем она находила путь в подвал дома. Таким образом, решение проблемы затопленного подвала стало одной из отправных точек благоустройства. Чтобы территория не заболачивалась, была проложена ливневая канализация. Однозначно есть замечания, но они не критичные. Самое главное, чтобы после сезона нашего наступления дождей мы видели работу ливневой канализации. Это технический вопрос, который меня больше всего волнует. Насколько эффективно и технически правильно мы сделали вот этот водоотвод. Увидим, когда будет много воды. По плану закончить работы должны были 1 октября, но возникла необходимость устранить недочеты в прокладке ливневой трассы, поэтому сроки сдвинулись. Завершение благоустройства общественной территории по улице Рылеева, 100, запланировано на середину октября. Людмила Марченко, Олег Осипов, Ольга Кириллова. Область новостей.